Так, немножко зашла пошопиться, посмотреть, что тут на лето. Есть сеточка такая вот, сетка опять в моде. Такой платье мне понравилось, Ли. Вот такой здесь джинсовый, как материал такой, но он на самом деле не джинсовый. Просто синий. Вот такой вот. Достаточно длинная. О, смотрите, платьишко Emporio Armani, итальянское, 20 тысяч. Вот это мне понравилось. Если что, размеры, конечно, маленькие. Вот еще такой есть цветастый. Так, это уже Desigual. Вот такое вот. И здесь тоже, кстати, платьице тоже. Ли. А, это комбинезон. У меня никогда не было комбинезонов. Я не любитель комбинезонов. Тоже здесь уже пошла летняя такая приятная коллекция. Кстати, тоже прикольные такие маечки, футболочки. Мне понравилось. Ну-ка. Вот такой Ричмонд. Вот это тоже прикольно. Кстати, сафари, в стиле сафари. С красивым очень ремешком. И такое вполне себе прикольное. Вообще, за что джинсы? Посмотрите, что у меня стали велики джинсы. Ноги болтаются в них. Вот такой купальник понравился. Где-то у меня белых купальников. Я что-то не помню. Я помню, не было ни разу. Вот такой он слитный, но он при этом очень откровенный, потому что здесь большие вырезы. Ну, здесь такое идеальное тельце надо. Вот это мне понравилось. Ну, много очень много всяких новинок. Так, а это что такое с прорезями? Это такие длинные трусы, наверное, да. Сисик будут. Тоже что-то такое интересно придумано. Интересно даже, как он. Что это такое? А, это, по-моему, только труселя такие длинные. Что-то я не пойму. Вот такие вот тут вариантики есть разные. Я примерила с пальто, мне очень понравилось. Оно мне прям подошло. Такое брутальненькое. Мне безумно понравился этот плащ. Посмотрите, какие у него рукава, фонарики. Вот, я не знаю, что это за фирма, кстати, вообще ничего. А, Ульясова Шоп. Ну, это какая-то, типа, наша русская марка. По-моему, 6 тысяч стоит. Это мне понравилось, пальтишко. Единственное, что черная, конечно, но у меня бежевая тренч есть. Надо примерить такую красоту. Сейчас примерю. Неплохой пальтишко, мне понравилось. Ну что, брючки, но они черные. Если были такие же бежевые. Тоже какие-то фирменные, кстати, Кайлс. В общем-то, вот эти понравились. Не знаю, может эти примеры. Что-то у меня все черное опять. У меня какой-то один был период, когда я вообще все черное надевала. А я тут опять черное. Нет, ну я не то что против. Мне главное не спортивное. А, мне понравилась такая цепочка, но это тоже, кстати, опять черный цвет. Опять готическая. Это маленький цепочка. 48-й, что ли? 42-й. Вот. А мне нужно. Я люблю темно-синие джинсы, вот хотя бы голубые я не люблю вообще джинсы. Вообще неприемлю. Вот еще темно-синий. И какую-нибудь модную модель. Ну все, надо мериться, а у меня, как обычно, времени в обрез. Потому что мои сидят, ужинают в теремке. И потом надо будет оттараканиться на робототехнику. А я еще не понимаю, 8 занятий, а 8 робототехника начнется. Как я одновременно буду в двух местах? Не знаю. Что-то не могу пока найти джинсики себе, ребят. Что уже начинаю расстраиваться. Так, ребят, я взяла стопку брюк. И мне, посмотрите, какая красота попалась на глаза. Это такая вот сумочка Cavalli. Она сама себе очень маленькая. Миниатюрная. И на ремешке. Вот такая вот сумочка. Здесь все прошито. А, стоимость 10 999. Такая красота. Тут еще много сумочек, но мне приглянулась только вот эта. Очень красивая сумочка. Маленькая. Конечно, такая не деловая, а именно коктейльная, прогулочная
сумочка.